Так, друзья, день добрый. Добрый. Очередное видео про золото. Тема золота меня всегда еще интересовала. И вообще тема реальных знаемых активов. Так что ставьте лайки. Не надо быть жадными на лайки Андрея Верникова. И помните, что у меня есть еще телеграм-канал бесплатный. Мне кажется, неплохой телеграм-канал. Ссылочка в описании. А также есть и платный канал. И стратегия одна и та же. Акции, облигации – это классно. Но не надо на них молиться. Есть и другие интересные активы. Алан, день добрый. Привет, Андрей. Ну, вот эти последние заключения с акциями золотодобывающих компаний, некоторых, они как бы подняли ребром вопрос, что лучше, золото в натуральном виде или акции? Если спросить сейлзов, брокерских домов, да, и инвесткомпаний, то скажут, да, конечно, вы что, акции золотодобывающих компаний – это почти то же самое, что золото, да еще и дивиденды. Конечно же, акции золотодобывающих компаний. Почему? Потому что, если вы будете покупать через нас акции, вы нам больше комиссий заплатите. Вот. Тем более иностранные, если акции. Вот. А так, если мое мнение, да, и вот так между нами по чесноку, да, между трейдерами, абсолютно не одно и то же. Вот. И последний случай даже на российском рынке, то бишь Полиметалл и этот отчасти Петропавловск, уже показывают нам, что это совсем не одно и то же. То есть, что говорят сейлзы? Ну, выручка золотодобывающей компании, она привязана к цене на золото. В чем проблема? Растет золото, растет выручка. Все хорошо. Вот. Но посмотрим на ситуацию с Полиметаллом. Акции шандарахнулись в 7 раз. Это на фоне того, что у компании за первое полугодие выросла резко долговая нагрузка процентов на 70. Это из-за того, что из-за абсолютно неоднозначных управленческих решений по поводу выделения казахского бизнеса, разделения российского бизнеса. Это из-за того, что, опять же, почему выросла долговая нагрузка, да, резко? Потому что упала реализация, и в связи с ковидными ограничениями в Китай упала сильная реализация золота, а запасы продолжали копиться. Вот. Плюс аномальное укрепление рубля. Компания, выручка в долларах. Соответственно, займы были в рублях, и когда пошло укрепление рубля, это очень здорово ударило по балансу. Вот. Теперь скажи мне, мой друг Андрей, из всех перечисленных мной негативных факторов, какой зависит от золота? Да никакой. Вот все мной перечислено абсолютно никак не зависит от золота. И тем не менее это произошло. Вот. А так, в общем, компания, конечно, считалась защитной акцией. Она входила в топ-10, по-моему, на России она, по-моему, чуть ли не первая или вторая была. Там они с полюсом. А, по-моему, в мире она, по-моему, в топ-10 золотодобывающих компаний входила. Все ничего, только инвесторы потерпели многократные убытки. И никакие теперь уж дивидендов, кстати, не будет. Об этом уже объявлено, это понятно. Вот. Никакие дивиденды, ну, это много-много лет надо сидеть, чтобы дивиденды окупили всю вот эту стоимость. Поэтому, ну, Петропавловск, там ситуация похожая. Не такая, но там это связано тоже с займами, с просрочкой по займам, с долгом Газпромбанку в валюте, с невозможностью было этот долг проплатить платежи. Потом последовали как бы предъявление всего долга, ну и там как бы кросс-дефолт и так далее, и так далее. Но в чем-то похожие ситуации, никак не зависящие от цены на золото. Вот как бы делаем выводы. Ну вот любовь инвесторов к акциям, это любовь, это вообще такое чувство нерациональное.
Потому что, ну, вот приятно людям иметь акции золотодобытчиков. Ну, что-то связано с золотом, да? Это лучше, чем акции каких-то компаний, которые занимаются ассимиляторскими услугами, да? Это более... Ну, но... допустим, Аэрофлот. Все знают, что авиакомпания – это низкомаржинальный бизнес. Но, с другой стороны, самолеты, стюардессы. Я приобщен. Я тебя понял, Андрей. Если брать вообще широкий фондовый рынок, то, конечно, золотодобытчики – это консервативные, это, скажем так, менее волатильные акции, и они всегда считались сберегающими. Отчасти в этом есть правда. Есть. Я не скажу, что как бы на 100% нет корреляции. Но если я скажу, что коэффициент корреляции за прошедшие там 20 лет между золотом и акциями жучков на Западе, не наших, порядка 0,45-0,6, то устроит ли такой этот коэффициент корреляции? Я думаю, нет. Это далеко не единица. Вот. Поэтому... Ну, зачем-то усложнили вот эту вот схему, легче покупать золото напрямую. Понимаешь, это индустрия рынка фондового, это индустрия рынка ценных бумаг. Здесь как бы есть мода, есть реклама, есть мощные отделы продаж. Я не говорю, что не нужно вкладываться в акции золотодобытчиков. Я призываю к очень простому методу на самом деле. Не я его придумал, я только потребитель этого метода. Вместо того, чтобы нам ползать по балансам с микроскопом и искать, какая компания хорошая, золотодобывающая, какая не очень, нам всего лишь что нужно знать, что эти акции золотодобытчика, да, в долгосрочной хотя бы ретроспективе растут вместе с золотом и растут не хуже, а желательно, чтобы лучше, чем золото. Вот. Для этого мы можем сделать применить один простой метод, просто пересчитать цену золотодобывающей компании в граммы золота. То есть, грубо говоря, если мы говорим о западной акции, например, какой-нибудь Barrick Gold, мы просто должны поделить его долларовую цену на цену золота тоже в долларах. Ну, можно какой угодно брать, можно фиксинг Лондон, можно, в принципе, даже и фьючерс брать, это не так важно. Если мы вот и полученное собой вот это вот частное будет ничем иным, как ценой акций, но не в долларах, а в граммах золота. И потом построить этот график. И если этот график будет растущим, это значит, что цена этой акции не только в долларах растет, но и в самом золоте, в граммах. То есть оно растет лучше, чем золото. Вот это очень простой метод, этот, я говорю, есть такой сайт priced in gold.com, западный. Там пересчитаны, там много каких ценностей пересчитано в граммы золота. Там и американская недвижимость, и цены на энергоносители, и цены, и зарплаты, и цены недвижимости в США, и в том числе цены на акции, и в том числе цены на золотодобывающие компании. Вот. И там можно посмотреть, что индекс, вот есть там индекс, он золотых жуков, там, по-моему, порядка 16 компаний торгуются они на Амексе. И этот индекс, он, по-моему, Амекс Gold Bucks, вот он так и называется. И вот на этом сайте пересчитан этот индекс из долларов в граммы золота. Не граммы, или там у них по-моему, граммы. Не так важно даже, унции или граммы. И он падающий. Это можно найти в интернете легко. То есть, что получается, в долгосроке, в ретроспективе уступают золотые жучки металлу. Да, были моменты, когда там, по-моему, с 2001 по 2008 он резко рос, этот индекс, даже в граммах золота. Но извините, это был бычий период на всех рынках. Тогда любые акции росли. Угу. Неудивительно, что резко росли и золотые жуки и опередили золото. Но это всего лишь временный период, хоть и длительный.
Вот. Поэтому вот, вот я бы так к этому вопросу подходил. Мы уже записывали видео весной по золоту, если ты помнишь. Я приезжал в институт, и ты рассказывал, что покупаешь монеты. Ну, есть такое. Да. Сейчас что-то изменилось в связи с тем, что сняли налоги, там, НДС? Ты покупаешь слитки? Да нет, я как-то с монет не уходил. Все равно рынок монет ликвидней. Рынок слитков, он, ну, понимаешь, когда в марте-мае либерализовали налоги, несколько месяцев все-таки не так достаточно, чтобы сформировать рынок, контрагент. Потому что рынок, это внебиржевой рынок, внебиржевой. Золотой биржи у нас нету, к сожалению. Вот к большому сожалению. У нас нет ликвидного биржевого рынка металла, только фьючерсы. Вот. Соответственно, весь рынок металла находится вне биржи. Это либо банки котируют слитки, либо это, если брать монеты, это даже не банковские дилеры. Вот. И по монетам все равно рынок больше, больше контрагентов, нежели по слиткам. Хотя ситуация, я думаю, будет год от года улучшаться. Понятно. Потому что нам не светит еще долго мировые валюты, они токсичны, и будет все равно народ смотреть на золото. И в прошлый раз ты сказал, что на долгосроке золото всегда обыграет инфляцию. Это так, я не могу сейчас, есть графики. Это, у нас целый семинар на эту тему, он был весной, в конце мая. Я его проводил в институте, в ИФИТе. И будет еще семинар? Я думаю, что будем осенью повторять. Угу. Тема все равно такая остается важная. Это действительно так. И в рублях, и в долларах золото инфляцию покрывает. И даже с запасом. То есть это же основная претензия противников золота. Что в лучшем случае золото вам компенсирует инфляцию. Но вы никогда не заработаете в реальной стоимости золота. Так вот, ну это неправда. Я сейчас вот сейчас тебе скажу по поводу долларовой доходности за последние где-то 30 лет. Ну, у меня графики все эти есть. Порядка 18 годовых в долларах дает золото. Вот. Естественно, фондовый рынок больше дает. Но согласись, для такого актива 18 годовых в валюте, в долларах, это очень неплохо. И это больше, даже сейчас инфляция у них какая? 8-9. Ну, да, даже сейчас покрывает. Вот. В чем тут секрет? У домохозяйства, маленькие накопления. И они с маленьким таймингом инвестируют. И они этот скачок $400 наверх, они не застали. И если на тайминге 3 месяца не растет, то есть но золото естественно, это плохой инструмент. Смотри, но золото, у него же свои минусы-то тоже есть. Золото не дает процентного дохода. Золото требует расходов на хранение. И, ну, если у тебя там, извиняюсь, один слиток, два слитка, ну, три, ну, хорошо, ты будешь его дома хранить. А если у тебя уже приличные какие-то там накопления, тебе нужно ячейку арендовать, ячейка стоит денег, это не компенсируется никакими купонами и дивидендами. И это людей напрягает, для людей всегда это, ну, это лишние расходы, а оно вот не растет, полгода не растет, и как же так? И вот начинаются сразу вопросы. Ну, естественно, золото долгосрочный актив, и оно может и полгода не расти, и год может не расти. Вот. Но по факту оказывается, что все не так уж и плохо, все достаточно хорошо. Да, я верю в золото. Вот. Я знаю, ты сам в этом золотом фонде. Да, находишься. Я в фонде, да. Просто у меня раньше был полюс, я из него два раза с плюсом выходил, третий раз, боюсь, фокус не удастся, мне прищемит. Поэтому... Ну, я считаю, полюс утянул за собой полиметалл все-таки. Потому что, ну, когда одна компания упадает там в 8 раз, но другая тоже начинает себя плохо чувствовать. Скажи, а вот у нас было видео по монетам золотым. Что у нас сейчас? Вот сеятель, да, брать? Да нет, конечно, какой сеятель? Сеятель – это советская... Считается, что сеятель – это советская инвестиционная монета. Китайские монеты? Нет. Значит, сеятель, еще раз, значит, сеятель – это советская монета, выпускалась в 70-80-е годы. Да.
она таковой являлась инвестиционной до определенного момента, пока их не стало очень мало, и они не осели в накоплении. Ликвидность этой монеты очень маленькая, тиражи маленькие, а это для инвестиционной монеты очень плохо. Для инвестиционной монеты хорошо, чтобы там была наименьшая надбавка за редкость. И там максимальная цена ее должна быть максимально приближена к цене металла. А в сеятеле уже есть нумизматическая составляющая. Нет, мысль я понял. Вот. Вот. А если я не хочу ездить в магазин нумизмата таганскую, тусоваться среди нумизматов? Зачем это все уже позапрошлый век? Ты мне скажи, какие покупать. Вот, есть, смотри, есть такая монета, их есть несколько номиналов. Российская монета, самая ликвидная золотая монета. Победоносец. Угу. Георгий Победоносец. Есть они в четверть унции. Это самый ходовой номинал. Угу. По-моему, это 10-рублевка, что ли. Не помню, какой там рублевый номинал, но их масса четверть унции. Угу. Вот. Есть такой же Победоносец золотой полунции. Есть унция, но это уже это цена из металла много, ликвидность низкая. Вот. И есть даже 1/8 унции. Это вот сейчас они появились, по-моему, в начале года, когда пошел спрос населения, чтобы маленькие деньги можно было вкладывать. Есть серебряные победоносцы. Поэтому ничего не надо изобретать. Георгий Победоносец, набираешь в интернете, в Яндексе лучшая цена и начинаешь мониторить не банковские дилеры, либо банки сейчас активно уже тоже монетами торгуют. Ну вот какой-то банк-то, где Ермаков, Рысь банк татарский, там активно занимается, Рысь с татарского перевода надо просто перевести, Ланта-банк, да? Ланта-банк, да. Активно там заходишь, витрины такие. Они всегда золотом занимались. Да. Вот, и как бы доверие мне Атланта вызывает. Нет, это хороший игрок, довольно достойный такой дилер, ничего не могу сказать. И, по-моему, у него же есть у Ланты какие-то активы золото добывающие, сколько я знаю. Не могу сказать, сейчас надо смотреть. А вот скажи, еще есть какой-то вариант, кроме Победоносца? Можно покупать казахские золотые монеты, барыс там есть, например. Если вы путешествуете или активно, или вообще живете там между Европой и Россией, вам имеет смысл, например, австрийские филармоникеры покупать. Рынок на Западе у них ликвидный. Там покупать надо там, где ты живешь. У нас в стране победоносцы, в Австрии, в Европе филармоникеры. А вот, скажи, вот как это повлияло на рынок, что в результате санкций российское золото отрезано сейчас и будет только внутри потребляться? Ну, видишь ли, ввели же санкции на российское золото, где-то сколько, летом, по-моему, да, в июне было, Европа ввела. Но я тебе могу сказать так, экспорт российского золота, который аномален был в 2020 и 2021 году, то есть порядка 93% российского золота уходило на Запад. Вот. Это и тогда еще как бы все возбудились, что Россия стала экспортером чуть ли не номер два после Китая по золоту. Это было связано с тем, что Центробанк прекратил закупки. Он их прекратил в апреле 2020 года. Угу. Как раз в разгар ковида. И либерализовал, и разрешил напрямую даже заводам афинажным продавать в Лондон, что они, собственно, и кинулись продавать. Кто через банки, крупные, там, типа того же Сбер, Газпромбанка, кто непосредственно. И если посмотреть весь этот гигантский экспорт российский, то он приходится на одну страну, на Великобританию. Почему? Потому что там знаменитый лондонский вот этот ЛБМА, лондонский ассоциация золотых дилеров, что-то такое. Значит, туда поставляются золотые слитки, там основной рынок, оттуда покупают управляющие глобальных фондов слитки себе. Угу. Вот. Я что хотел сказать, а ты не терялся таким вопросом? Я покупаю Победоносец, и я могу потом вывести его куда-то? Ну, есть ограничения, тебе сейчас подожди.
сколько-то там эквивалент какого-то количества долларов по официальной цене, естественно, Центробанка. Я сейчас не помню. Нет, есть ограничения. Есть. Но потому что мы сейчас сильно на чемоданах. Крипту-то я могу перегнать? Да, ты можешь крипту там здесь, там, а там как бы тебе придет человек из чемоданчика чуть ли не наличный. С золотом, конечно, не так все однозначно. Есть ограничения. Насколько я помню, они не очень большие. Они привязаны к доллару. Это можно загуглить. Они измеряются там, по-моему, в районе там, около миллиона рублей что-то. Да, понятно. Не очень большие. Естественно, не очень большие. Но как бы да, это есть. К сожалению, это есть. Последний вопрос. Тебя удивит, если золото рванет наверх в конце этого года? Не удивит. Не удивит. Золото отстаивается, ну, уже говорили, да, на эту тему. Золото как бы не развернуло его тренд вниз ни в коей мере. Я считаю, даже если его тупо графики смотреть, ну, мне кажется, оно просто консолидируется. Возможно, копятся шорты. Связано это с тем, что последние порции статистики по Америке не так уж и плохие. Вот уже, не знаю, там месяц-два. Вот уже все, в общем-то, может быть, плохое там зашорчено, понимаешь? Вот. А инфляция-то никуда не делась. Инфляция никуда хорошо, не делась. Давай такой вопрос. А если мировая рецессия и папам из Индии, из Китая... Не будет у них таких денег, чтобы покупать своим дочкам любимые золотые украшения на свадьбу? Если рецессия, то ничего. Главное, чтобы депрессии не было. Ага. Вот. Потому что если мы посмотрим на 29-34 год в Америке, там, конечно, ничего не росло. Даже золото и серебро. Ничего там не росло. Потому что, ну, когда такая ситуация, когда уже идет стагфляция, да, угу. Так называемая, или вообще даже может быть дефляция, но при этом жесточайший кризис, тогда золото, боюсь, может не спасти. Понятно. Вот. Но такое было в Штатах один раз за 100 лет. Мы такое, как молодая экономика российская, еще такого вообще, я считаю, не испытывали. Может быть, сейчас будем испытывать, но это сложно сказать. Но... Все остальные случаи, они в пользу золота. Все, спасибо большое. И ссылка на семинар, который состоится осенью. Дата пока неизвестна, обязательно будет. Как только определимся с датой, обязательно пришлем, информируем. Спасибо. Спасибо всем. До свидания.